Мера доблести, акт 4. Хотя крепость Нерджула и была уничтожена, его рыцари смерти изгнаны, нам не удалось найти ни шамана, ни книгу Медива. В то время как Эдгар и Туралеон при помощи своей магии изучают руины, пытаясь найти хоть какие-то данные о том, где может находиться эта загадочная книга. К тебе прилетела машина гномов, принеся с собой новости с полуострова Пламя Ада и Портала. Огромное войско орков осадило укрепление, расположенное на полуострове. Хотя силы нападающих оснащены недостаточно хорошо, но так как их очень много, то орки смогут легко свести со своего пути силы защитников. Ты должен взять под свое командование армии Альянса и снять осаду до того, как наши силы будут изгнаны к порталу тьмы. Мы должны удерживать атаки орков, покуда книга Медива не будет найдена и разлом навечно не будет закрыт. Ищем книгу Медива. Держите обороны, заставите орков отступить. Герои должны пережить штурм. Окей. Стадо авангарда. На нас напали! Так, что тут у вас? Держите обороны, да? Вышечки прогрейжена, рутины, сторожевая. Сторожеваем. Так, теперь тоже прогрейжены. Карта тут очень маленькая, да? О, это наша? Ага, это чел. Алерия, Кадгар, Донатур, Лео. Вот все. Чего не добывайте? Добывайте. А какая скорость, погодите. Он бешеная стоит, да? Да, стоял бешеная. Так, что вы тут делаете? Кто ломает что? Сверху? Мокрые крушат все. Так, чуваки, давайте, вы крутые. Ну, в бой. Идите, дефайте. Так, а у мага что есть? Ой, это не маг. Все есть, буквально. Зальем этих логров. Ответ на отстали. Да, его. Так, еще крошет. Грифончик, слетай по-быстренькому. Развалить этих челов. Так. Что нам надо-то вообще? Где мы тут? О, блин. Что нужно лесопилку, по-моему, да? Нападают! Так. Челф, наверное, построить. Все нормально. Так, на город нападают. Где... Да, вот чел, иди построй лесопилку. Где лес нам добывать? 2500 у меня только. Лес. Хороший вопрос. Где лес? Каком-то маленькой карте, мне кажется, да. Вообще, по-хорошему, надо ее как бы изучить вначале. Чтобы банально лес, не знаю, где давать. Как будто бы без леса надо играть. Как будто просто героем адефаться и все. А, вот лес нашел. Давайте сюда построим. Если нас здесь никто не поимеет. Так, а, кто? Казарм у нас есть. Паладинов можем делать, конечно, где-то стоит, значит. Конюшни, да, кузница, не грежена, ничего. А церковь паладины не изученная. Хотим паладинов. Давайте сначала в этих пионов выйдем. Пускай голды. А сколько голды дали? 66 тысяч? Нормально в целом. Так, хочу спилку для этой штуки. Сейчас полетаем, посмотрим, что тут в первую очередь. Мы уже будем принимать решение, что нам тут делать надо. Сначала красные смущает. Кажется, что это враги. Так. Грейдимся. Башен, например, стало много. Есть, конечно, прорывы всякие. Может быть, тоже стоит башенки какие-то построить. Работу. Работа окончена. Наверное, хватит на золото, сейчас на дерево будем делать. Все, погнали исследовать. Ой, еще одна шахта, 45 тысяч. А, тут белый чел, ментального змея стоит. Эй. Работу. Так, иди за деревом. На город нападают! Так, ага, до хера нападают. Так, ты меня дефает уже, наверное. Я мешок поломал.
ли? Ничего, если что, маг есть. Это магов, мне кажется, понастроить и ДФЦ. Термы наружу не поломали, значит, надо снутри их было строить. Уж ферм. Вот эти челы тут опасно добывают, конечно. А, видите, не всех убили. Ты что? Кашер какой-то имя. Так, здесь понятно, белый чел. Хотя бы его эту шахточку посмотреть, сколько это она. На город нападают! Кашечка, я думаю, до хера. Это шахта? Напали! Или шахта, ну ладно. Возможно, наружнее начнет рано или поздно добывать, да? Отбивайтесь, отбивайтесь там, думаю. И это все. И синий чел. Короче, как будто белого надо первым снести, чтобы забрать его шахту. А, там только вышечки у него, кстати, стоят. 100 000. Как будто бы их от шахт надо отрезать. Я не знаю как. А, нет, у него есть там какая-то внутренняя шахта. 100 000 запасные для него. И так, а тут что? На водичка. Тут водичка, на удивление. Напали! Да, она идет. Ладно, короче, первый этот разведка. Похер. Еще разведчика сделаю даже. Напали! Верно, блин. А, где разведка? Кто это? Розы с драконами. И он за водой находится. Чтобы свои грифоны строить, либо водичку, да, захватывать. Напали! И в целом есть. Так, тут что? Так, а тут... Ага, тут мне, блядь, проиграли. Да дайте поисследовать, ну ё-моё. Короче, до хера, походу, народу. Вот это можно снести штуку, захватить ее, да? Чел, по-любому, здесь какая-то шахта тоже есть, собственная. Надо низ сейчас следовать. Надо вниз исследовать центр, верхний чел. Да все надо исследовать, дайте поисследовать, блин. Сволочь. Играть не дают. Вообще не понимаю, что значит отступить. Как будто можно просто бесконечно тавер дефенс удерживать, да, и на этом все норм. Чё-то бегите. Ну, золото, как бы я могу просто юнитов не строить. Я могу чисто башни дефц. Я могу миллиард башен настроить, и мне, в принципе, окей будет. Ну, тавер десенции могу спокойно долго удерживать. Максимум диверсии ему, да, устраивать на эту. Делаешь. Свалить отсюда. На город нападают! Блять, строить ему здесь нельзя. Работу! Я не трачусь на юнитов, я трачусь на башни. Но я не понимаю, типа, мне надо побеждать его или нет? То есть, вот, нет вот этого условия. Удержать оборону и заставить орков отступить. Что значит отступить? Убить их или что? Давайте, короче, фулл в тавер дефенс уйдем. То есть, будем башнями все застроимся. И посмотрим, что будет. Работу. Нам нужны явно вот эти штуки летательные, да? Чтобы избавляться от его... этих на магов нападают. Работу. Стоит вроде маги. Если баронки держать, я могу вот в теории, да. Вот он там, кстати, закончил бить, и как будто бы его лучше не трогать, пускай там этот стоит.
Надо единственное, что вот эту шахту, может быть, у него отжать. Ищу работу. Непонятно. Так, по-моему, на золоте уже дохера. Им за деревом. Ищу работу. Стоит вроде. Ищу работу. Здесь он даже не пытается нападать. Ну, мы здесь сейчас башенки настроим, да херищу. Ищу работу. Паладинов чуть-чуть для дефа, я думаю, тоже сделаем. Блин, я не знаю, что значит держить оборону. Не было ни одной миссии до этого держить оборону. Я не знаю, что это точно. Короче, башни точно здесь настроим. Здесь настроим. Везде настроим башен. Шесть уже нормально хватает. Ищу работу. На нас напали! Стоите! Суки. Так, ты кто? Стоит вроде. Зачем я тебя построил? Башню строить. Дерево кончилось. Стоит вроде. На город! Вроде 6 нападают. Что не успевают? Ты куда бежишь? Ты чё, больной? Блять, сломали. Работа окончена. Опа, вот встань. На город нападают! Стену поломал. Да, можно стену строить? Дайте стену построить. Да, стены из башни, видимо, будут. Так, сначала там убили, да? А, здесь строить нельзя, ноу. Вообще здесь только не надо, надо здесь больше. Так, центру надо больше поставить, вот здесь, например, да. Нужно также еще вот эти штуки, чтобы отманивать его, эти херовинки. На нас напали! Это, наверное, лишнее ниже надо было строить. Вот это не байки, у тебя отлично получается. Это, так, а вы куда пошли? Он не присел, вас никто туда найти. На нас напали! А где ты стоял? Тут вот? Или это не то, не то место? Не, не то место. Выше? Да, а где эта водичка? А, ниже, наоборот, вот здесь вот.
наоборот, 10. Сейчас стой, байте лучников тупых. Сейчас проверим, то не то место. На нас напали! Здесь бы, мне кажется, еще по башенкам построить. И лучники стоят. Чего, блядь? А, баллисты, сука. Ублюдок обзавелся баллистой. Стоит вроде. На двор! Это у меня, блядь. Получилось. Чмо. У меня колды дохуя этих челов настрою. Ничего страшного. Мне только дефца реально надо. Просто я не понимаю, что значит держать оборону. Более точнее бы был. Так, ну здесь башня, мне кажется, не проживет. Здесь не хочу строить. Подойти к своим нельзя будет. Давайте лучше построим. На город нападают! Так, здесь этим челом тоже по башенке. Я не знаю, я попробую сейчас сдержать просто оборону. Ни хера не прогрейшенных было все это время. Даже не заметил. Ха, лохи байтится. На город нападают! Сейчас посмотрим, что получится после застройки все башнями. Стоит вроде. Реально это миссия на удержание обороны какой-то. Просто не знаю, что является триггером победы в таком случае. И что мне надо сделать, чтобы победить? В какой момент мне победа засчитается? Не уверен. Баллисты, может быть, свои сделать. От его отстреливаться. Я, наверное, мои не достанут баллисты до его. Дохерищ просто уходит. Так, на вертолете байтит по чуть-чуть. На город нападают! И башни стоят. Чё у вас там по деревьям? Чё ни хера не рубите? Там деревьев надо больше челов добывать. Ой, блин. Ну, не знаю, посмотрим, к чему это приведет в любом случае. Нужно паладина, чтобы катапульты убивать в будущем. Что единственное, кто нас пугает, наверное. Можно даже грифон может сделать, не знаю. Жду ваших приказаний. Готов служить, милорд. Стоит вроде. Деревья. Терпите, деревья. Нападают! Нахер. Блин, получится еще какой-нибудь держабль также поставить. А, кстати, человек, я так понимаю, больше не крафтит. То есть вот он сделал пятерых, да? У него пятеро как бы в живых есть, и он больше новых не крафтит. То есть, чисто в теории получится запереть где-то у огров также. Блин, ну мы магов боимся. Магов должны, по идее, вот эти штуки контрить.
нападают! Стоит вроде. А у меня вертолет! Пойдемте здесь попробуем забрать чел сюда куда-нибудь на водичку. По-моему, есть тоже водичка. Будем держать его лучников в ФК режиме, так сказать. Получится ли вообще? Надо, наверное, сагрить их. После этого... О, идет. И все, попался. Единственное, что как других сделать, что попались, да? Надо как других тоже поймать. Вот этого, например. Опа, попался. Надо побольше наловить. Вот это милишник. Он так сдохнет. А, может, другие сами забайтятся. Сюда этих пятерых держим, и здесь надо пятерых, по идее, поймать. Все, он по 5 лучников крафтит. Максимум. У него механика, то, что у него максимум набрано, все, он больше не крафтит. Если человек где-то застрянут, он новых не будет крафтить. Ну, или где-то их вертолетик отвлечет, и все такое. Магов теперь надо как-то научиться контрить. По идее, магов должны пугать тоже вертолеты, но я не знаю, как это делать. Рубить им. Так, ну мы в таверы упоролись достаточно знатно. На город нападают! Не знаю, есть ли в этом смысл. Так, пошли огры с Бладластом. Возможно, это реально миссия на Tower Defense. Буквально, в прямом смысле. О, еще двоих поймали. Все, теперь они в оцепенении стоят. Там, чтобы не пришел тот, кто может по вертолету ударить. Блин, тут, конечно, шикарно, просто сразу пятерых. Получается, у него только один чел остался, по идее. Где-то непойманный. Вот сюда бы он не подошел, самое главное. Эти просто идут фигить. Нападают! Огры проходят. Огры проходят без троллей, как бы, да. А что это нам о чем говорит? А что у него пойманы все челы, которые умеют по рейнджевикам бить? Нам говорит о том, что грифоны неуязвимы. У меня голды так много нет на грифонов. Не, ну давайте попробуем грифонов. Грифонов. Типа, а кто грифонов будет бить у него? Кто-то все-таки может дамажить. А, третий, а, четвертый даже пришел. О! Блять, вот бы... Тихо. Да, блять, ну пятый. А давай одну сторону всех забайтить. Уроды. Да, отагрились. Блин. Двое сорвались. Трое даже. На город нападают! Ну что, кто-нибудь проходит. Теперь вот сейчас они дошли, да, и теперь они закидывают меня. Бладласты. Можно лучников поделать. Лучников прогрейдить. А? Погодите, лучники? Что? Это миссия для лучников, может быть. Они от драконов дефают. Да, он дефует. Оно? На город нападают! Ой, дракончик. Два дракончика. Ой-ой-ой. Дракончик сдох. Это стадо для дракончика.
Драконы пушат, но драконы не бесконечные. Работа окончена. И пиздецки дорогие. Урон качаем в первую очередь. Реально будем улучшить производить. Единственное, баллисты как-то меня пугают. Этого, да? Что здесь? Бей хорошо, будешь отстреливаться. Слушай, послушай. Да, мы не можем эту башню чинить, к ней не подойти нормально. Да, грифон будет вот так, чуть подальше вот себя поставить. Сейчас посмотрим, что грифон будет делать. Ярма, блять, кончится, что-то сыпать. Ярма еще. Тут сверху дракон, поэтому сверху грифонов мы не ставим. Ставим вот здесь, потому что мы тут держим большую часть лучников. В ФК режиме. На город нападают! Работа окончена. Дракон, ты ей скоро прилетит. Давай, давай. О, на, нахер. Еще второй будет, еще больше будет урон получать здесь. О, огрядный. Дайте ферму, я же строю. Вот, все, есть ферма. Прям даже это, наверное, безопасно поставить на самом деле, чтобы его тут продамажит. Ай, арбузы. Этих арбузов. Все под контролем. Честным. 13-25. Они друг друга, конечно, могут бить тут. Подальше поставить их друг от друга. Хотите ударить? Город нападают! Стремный героев, конечно, так ставит, но что поделать. Я надеюсь, он не переагрит. Кстати, вдруг он не переагрит. Да не надо. Все у них огромное этих челов, и они выше проходят. Жопы, блять, уроды. Работа окончена. Не стойте, домашки. Чисто еще одни таверы дополнительные. Доп тавер. Не, я говорю, если держать оборону надо, то я продержу оборону. Тавер дефенс на полную катушку. Так, мне нужен урон. Да, есть урон. Плюс 3, да. Так, ну-ка. Так он там летит, я так понимаю. На город! А что хотя бы Дима Держабль не трогает? А дракона просто зачиниваем. Вышечки. Подамаживаете его? Не раним, если сюда приходит? Надеюсь. Самое противное тавер дефенс, ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Конечно, навряд ли тебя что-то дальше будет ждать новое. Кто знает, мало ли сейчас какие-то огромные армии нас пойдут. Ну, то есть пару этих чел проходит от нежовых, да? То есть где-то можно все-таки подловить. Может быть еще одного? Ну блин, не хочу, ладно. Мне так хорошо стоит, не хочу ломать. Работа окончена. Работает не трожь. А че по этим не стреляете? По летающим тварям. Важно, мы не боится подлетать. А, так. Вот здесь стоят. Работа окончена. Ну что вам еще прокачать? Дальность, зрение. Кстати, дальность. Дальность более-менее полезна. Зрение, не знаю. У меня башенки тут все и так показывают. И лучники, давайте идите на позиции. Будет держать оборону и помогать дополнительно. Там башенка постоянно страдает, но ее хер починишь. Надо прям выходить, чинить. Так, конница будет против катапульт. На город! А, или грифон против них тоже. Вот к этой подходить тяжело, да? То есть мне приходится рисковать, челы выпускать вот так вот. Все, оборону-то я держу. Вопрос теперь заключается в том, надо ли.
Держать оборону и заставить орков отступить. Боюсь, что под отступить они имеют в виду победить их. Они что-то другое. Так, я паладин вкачал. Дайте паладинов, чтобы вижен сейчас у них подсвечивать и хил, чтобы работал. Очки, блять, это кто такой нахуй? Ребят, скинемся по нему. Работа окончена. Чтоб не выебался. Летит хуёвик, точнее этот ползет. Убейте. Да, ее, блять. Чем херело. Так, теперь обратно позиции. Стояли. Так вот, все, стойте. Никого не пускать. О, идут по три штуки, да. Теперь еще вот эти чел должны идти, но из-за того, что мы их поставили на этот. Там что-то слабовато, могли бы побольше. Можно еще одного грифона, да? Какие, блядь, фермы? Нахера у тебя фермы, блядь, чел? Дай мне юнита. Без дракона он здесь особо ничего не пушит. Нападаю. Это челы. А по одному приходит, двое как бы не доходит, так сказать. Так, у кого? Лучников, наверное, да? Ну, зрение 1500. Ну, смысла особо не вижу в этом зрении. У меня башенки хорошо подсвечивают. Тут 9 башенных зрения. С лучники даже близко не встанут. Ну, какие 6-7, какая разница. На малярии максимум может быть хорошее зрение. На 9, будет на 10. У него, возможно, уже максимальное. Плюс 2. 5 плюс 2, не плюс 3. А, плюс 5, вот, да. Чё у него, кстати, не фул уйдет? Ну и чё, блядь, ну и чё, и чё, и чё, и куда ты, блядь, с ими огрыми подвластен? Куда шел, кстати? В смысле, так, у меня это паладин хилить умеет. Паладины чисто хилеры. А ты чё кому похилить? А вот тут похилить как следует. Так, не сюда. Так, началось. 5400, всё, это чел без ресурсов остался. Мы задефались от него. А кто эту шахту, интересно, он трогает, кстати? А где Турлеон? Турлеон. Не трогает. Шикарно. Он ее будет трогать, 100%. Ну, я не знаю, дефать ее, не дефать. Мне, типа, не надо золото. У меня есть чем дефать.